Лица с ограниченными физическими возможностями здоровья имеют полное право активно участвовать в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества. Для обеспечения интеграции лиц с инвалидностью в обществе, предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей, инвалиды первой и второй группы имеют право на неочередное получение услуг в учреждениях и на предприятиях всех форм собственности. Социальная поддержка, обслуживание, реабилитация инвалидов и детей инвалидов является приоритетным направлением социальной политики Луганской Народной Республики. На учете в Управлении труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики состоит на учете 5857 инвалидов. Из них инвалидов первой группы 532 человека, инвалидов второй группы 2030, инвалидов третьей группы 2045, детей инвалидов 250 человек, в том числе под группы А 35 человек. Перемещается с помощью инвалидных колясок 216 инвалидов. С целью улучшения условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями, благодаря которым инвалиды смогут вести полноценный образ жизни согласно своих индивидуальных способностей и интересов, в 2019 году Управлением труда и соцзащиты населения администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 12 инвалидов были направлены в государственное учреждение Луганской Народной Республики Центр комплексной реабилитации инвалидов города Луганска для прохождения медицинской реабилитации и 3 инвалида для прохождения профессиональной реабилитации. Одной из программ, позволяющих улучшить социальное положение лиц с ограниченными физическими возможностями, является программа Луганской Народной Республики по обеспечению инвалидов, детей инвалидов и других отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации. Так, в течение 2019 года 200 инвалидов получили новые 320 штук технические средства реабилитации, а 187 инвалидов, детей инвалидов и других отдельных категорий граждан получили 372 штуки изготовленных по индивидуальным заказам протезно-ортопедических изделий. Кроме того, в этом году 10 инвалидов были обеспечены слуховыми аппаратами. 12 инвалидов определены в дома-интернаты для престарелых инвалидов Луганской Народной Республики. За счет средств государственного бюджета Луганской Народной Республики предоставлены условия по зубопротезированию 29 инвалидов. Кроме того, 112 инвалидов первой и второй группы, детей инвалидов получили талоны на бесплатный проезд в городском автомобильном общественном транспорте. Обращаем внимание всех граждан, руководителей городских организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности о предоставлении инвалидам первой и второй группы права на неочередное получение услуг во всех учреждениях и предприятиях, обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.